Андарана Кешан, чужеземец. Меня зовут Атрас. Надеюсь, мои сородичи не были к тебе слишком суровы. На их месте я бы вела себя так же. В конце концов, они же только что пережили нападение. Мы вовсе не хотели оскорбить серого стража. Просто мы слишком уж озабочены участью наших охотников. В таком состоянии легко забыть о вежливости. Я так понимаю, ты будешь искать волков в лесу Брисилиан. Я пошел бы с тобой, но Затриан мне запретил. Строго-настрого. Никого из нас не радует это положение, а меня так меньше всех. Но не следует мне так много говорить об этом, особенно с посторонними. Вряд ли тебя очень волнуют мои беды. Нет, говорить с тобой о таких вещах будет совсем уж дико. Не передумал? Мы с готовностью выслушаем, что же тебя так тревожит. Ну ладно. Непривычно мне открыто говорить с чужеземцами, но вдруг вы сможете мне помочь. Мы с Даниэлой, моей женой, попали в засаду оборотней. Даниэла была так тяжело ранена, что проклятие быстро овладело ею. Затриан изо всех сил старался облегчить ее страдания, но оказался бессилен. И хотя он твердит, что Даниэла умерла, он так и не позволил мне взглянуть на нее, на ее тело. Мне уже в голову приходит, что она и впрямь стала оборотнем. А от меня это скрыли, чтоб не бросился ее искать. Мне бы только узнать, что Даниэла жива, узнать, что с ней случилось, и тогда я бы успокоился. У меня есть амулет, работа наших мастеров. Вещица так себе, но я охотно отдам ее тебе, если ты хоть что-нибудь узнаешь. Как скажешь.